Всем салют! В этом видео мы хотели бы поделиться своим опытом в вопросе питания радиоаппаратуры управления моделью. К вопросу питания аппаратуры управления нужно отнестись очень серьезно, так как это в первую очередь влияет на безопасный контроль управления вкупе с правильно настроенным режимом fail-safe. В нашем случае это аппаратура FlySky FS-I6S. Она питается от четырех элементов питания 2А. Для этой аппаратуры мы приобрели оригинальные металлгидридные аккумуляторы фирмы Panasonic Eneloop на 1,2 Вольта емкостью 1900 мАч. Ссылка на магазин в описании к этому видео. Будьте внимательны, остерегайтесь подделок. Спасибо за просмотр. Всем моделистам удачных полетов.